Новый год – время чудес и волшебства, ну и, конечно же, самых невероятных перевоплощений. Так считают те, кто верит в сказку, а именно дети. В этот день девочки и мальчики, которые пребывают в предвкушении праздника, попытались его приблизить. В этом им помогали полюбившиеся персонажи – Дед Мороз, Снегурочка, ну и куда же без всем любимого снеговика Олова. Смешной, холодный, бодрый, на улице стоит, он дарит настроение всем радостно всегда. Но если снег растает, с него течет вода. Но если снег растает, с него течет вода. На сцене развернулось настоящее сказочное действо с множеством спецэффектов. Зажигательные танцы, хореографические этюды, яркие костюмы героев и, конечно же, увлекательный сюжет постановки просто завораживали маленьких гостей праздника. Дарить праздник маленьким берестейцам – традиция, которой много лет придерживается Брестское областное объединение профсоюзов совместно с руководством Московской администрации. В предновогодние дни ежегодно проводятся утренники для детей, для многодетных семей малообеспеченных, а также для детей-инвалидов. Такая поддержка и забота для ребят нужны и важны. Хочется подарить им немножко больше радости, любви, тепла. Соответственно, вот данные мероприятия мы и проводим совместно с различными организациями, которые помогают нам провести это мероприятие. Дарим им немножко тепла своего. И, конечно, как и к любому Новому году, мы дарим им подарочки. Мы все всегда во время этих акций стараемся учитывать желания вот наших детей, какие-то пожелания. Вот узнаем у опекунов и еще у кого-то каким-то образом и стараемся вот целенаправленно что-то помочь конкретному ребенку, а не то, что там вот принесли там какие-то конфеты, которые неизвестно как влияют даже где-то. Вот. Поэтому я думаю, что это очень правильно, и я думаю, что дети останутся довольны. Ну и мы тоже. Новый год – время чудес и исполнения желания. Насколько долго ребятишки будут верить в Деда Мороза, зависит от нас, взрослых. Любые сюрпризы, внимание и интересные спектакли еще очень долго не заставят малышей усомниться в существовании волшебства. Новый год – это Новый год, праздник семьи, радости, каких-то таких новых каких-то желаний, может быть. И то, что не сбылось, еще сбудется, а для ребенка это вообще... У нас такого совсем близко не было в моем возрасте. Сейчас мы пожинаем все, что хотим, все, что можем. Я в восторге, я говорю, впервые, нам очень нравится, вообще супер. Радость, сказку новогоднюю, вот само чудо, вот эта музыка веселая, настроение. То есть это положительно сказывается на эмоциях, на эмоциональном состоянии ребенка. Анастасия Мелешкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания «Бук ТВ».